А.Л. Мартынов родился в Иванове 24 октября 1945 года. В 1970 году окончил ГИТИС. С 1970 года работал актером московского ТЮЗа. С 1972 года Мартынов становится актером Московского драматического театра на Малой Бронной. В кино. С 1972 года. Первая же роль старшины Федота Васка в фильме «С. И. Ростоцкого. А зори здесь тихие» принесла ему всенародную известность. С 1981 года Андрей Мартынов являлся актером киностудии имени М. Горького. В 1976 вступил в КПСС. Женат на гражданке Германии. Имеет сына Александра и троих внуков, которые живут в Германии.